Вот к позиции Франции были вопросы. Она то ли не спешила, то ли специально создавала помехи. Почему? Французская республика честно отрабатывает дотации Саудовской Аравии. Поскольку за последние полгода Саудовская Аравия Францию у Катара перекупила. Если администрация Саркози была катарской, то администрация Оланда теперь саудовская. Поскольку Саудовская Аравия честно заявила, что ядерное оружие в руках Ирана означает необходимость ядерного оружия у Саудовской Аравии, и она его от Пакистана и получит. Саудовцы отрабатывают союзнические отношения Франции в качестве своего инструмента.